Сегодня хорошая погода, сегодня так ярко светило солнце, как поет Куши из фильма «Как назвать эту любовь». Мы приехали на озеро из леса и будем здесь сейчас ужинать. Маугли у меня уже поел, а я еще нет. Нашла целый пень фламулин, очень даже много, прилично. Вот здесь вот. Немножко вставлю в видео, покажу. Вот, здесь у нас березки. Здесь у нас был хороший пляж когда-то. И здесь был ресторан на берегу озера. Хорошее такое кафе, музыка играла, музыканты были. Красота была неописуемая. Потом пляж этот закрыли, сказали, что это не город, а чье-то, не знаю чье. Короче, вот так вот. Но фламулины здесь я нашла. И круто нашла. А я 3 добыла с таким трудом в воде. Лазила. Черти куда. А здесь много их. И у меня будет чем сегодня порадовать мою Катюшку и Маугли. Если бы была зима, то мы их бы не нашли, эти грибы. Они на самой земле. У земли. Саша, давай собирай грибы. Я их здесь много нашла. Мы с тобой хорошо, что их оставили маленькими, не брали. Маленькие не бери, пусть растут. Может быть, еще сюда приедем. В лес красота. Ты не представляешь, как это я догадалась сюда все-таки заехать. Так мне не хотелось. Мы оставляли немножко маленьких. А сколько их выросло. Смотри, какие большие. Как же мне повезло. Круто. Подожди, эти я не сняла. Подожди, а то я камеру свою отломаю. Чёртовой матери, подожди. Тут такие ветки. Сейчас я вот присяду вот так вот. Подожди. Они же внизу. На пне. На этих ветках. Ты смотри, какая красота. Надо снять, а то съедим и не увидим потом больше такую красоту. А мы больше и не увидим. Если мы эти заберем, где мы столько потом красивых наберем? Фиг. Нигде мы больше других не наберем, если мы эти все заберем сейчас. А мы их и заберем. Но маленькие еще немножко здесь есть. Вырастут. Кто его знает. Только еще раз сниму. Веточки. Так, вот одна ветка. Они сухие. Во. Красота какая. Вид сверху. И те. Вид сверху. Ух ты, зараза какая. Ну, красиво. Ладно, забирай, не буду. Пенечек еще один растет. Будем знать теперь это место новое, где грибы можно собирать. Здесь такие места, а какие здесь грибы? Ничего здесь не будет. Но я вижу, я залезла вот в эти места. С другой стороны, сзади меня есть фламулину. Я ее увидела, ну попробую добыть. Сейчас попробую приблизить. Где эта ветка? Я ее уже и не вижу, потеряла. Гриб. Вот. Это, наверное, какой-то трутовичок. Я очень далеко стою. Ну ладно, иду. Подруга, я к тебе так добиралась, а ты здесь одна. Я же не знала, что ты одна. Но хоть и знала бы, все равно бы я тебя взяла бы. Потому что у меня таких крупных и вовсе нету. Это уже погоду делает. Фламулинка. О, в лес. Сейчас я покажу с другой стороны. А здесь такие деревья. Такой мрак. Во. Подру, мне не нравится, когда грибы на снегу лежат. Я люблю на зеленый мох класть грибы и показывать. Вот, пластинки светлые, ножка бархатистая. Черная до самой макушки, до самых пластинок. Шляпку я показывала. Красота, да и только. О, нам ехать еще 30 км от этого озера домой, Смоленск. Но в эту сторону я приехала, а назад меня Маугли повезет. Его дорога, а моя дорога в лес, а его дорога из леса. Вот озеро вот. Уже вечереет, уже становится на улице прохладно.
А мы сейчас будем уезжать отсюда. На этом я заканчиваю. Всем пока-пока и до встречи.